Многофункциональное финансовое учреждение Сбербанк вновь порадовал своих клиентов новой услугой. Очередной платеж по кредиту на потребительские нужды при необходимости может быть перенесен заемщиком на месяц в соответствии с нововведением «Перенос платежа». Данная операция никак не отразится на кредитной истории клиента, и сумма займа останется прежней, увеличится лишь срок кредитования. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.